Второе предупреждение Роскомнадзора для «Новой газеты» может закончиться отзывом лицензии. Издание не выходило в печать еще с 28 марта, но уже 15 июля редакция выпустила журнал под названием «НО. Новая рассказ газета», сайт которого просуществовал лишь 7 дней. Его заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры, якобы из-за дискредитации. Правда, в чем именно заключается суть претензий, не объяснили. Есть два иска, по одному из них уже назначено заседание суда. Заседание назначено по иску об отзыве регистрации у сайта газеты новая-газета.ру. Получили уведомление, неприятно удивились, но по формальным признакам они имеют на это право. Сайт они лишают регистрации после двух предупреждений от Роскомнадзора, которые мы получили в марте, перед тем, как «Новая газета» приостановила свою работу. Иллюзий по поводу отечественного судопроизводства мы не имеем, но в суд пойдем. Второй иск об отзыве свидетельства о регистрации печатного издания. Он зарегистрирован в Басманном суде Москвы несколько дней назад. Никаких уведомлений о нем редакция пока не получала. Надежда Прусенкова, представитель «Новой газеты» изданию BBC. А вот бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Речь о ее заявлении прессе во время суда над Ильей Яшиным. Мол, так называемая специальная военная операция в Украине – ужасное преступление 21 века. Я не молчу, я активно выступаю против войны. Я считаю, что это самое ужасное преступление 21 века. И я твердо уверена, что эти преступники будут сидеть в конечном итоге на скамье подсудимых в международном трибунале. И то, что они сейчас творят на Украине, это безумие. Это остервенелая попытка удержать власть в своих руках. Не сообщили о судебном заседании, оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии главреда «Уральской газеты» «Вечерней ведомости». Газета опубликовала фотографию стикеров с Z-символикой, которые нарисовал художник Леонид Черный. Сам художник проходит экспертизу в психиатрической больнице по делу о хулиганстве. А вот оппозиционному активисту Сергею Командирову повезло куда меньше. Суд в Смоленске уже приговорил его к 6,5 годам колонии за репосты с якобы оправданием терроризма. Дискредитация российской армии посчитали аватарку лидера движения «Свободный берег» Игоря Батова ВКонтакте. Из-за перечеркнутого слова «война» на английском языке мужчину оштрафовали, а в суде он защищал себя сам. Люди должны жить мирно, решать свои проблемы. Никто не должен лезть в дела другой страны, тем более с оружием. Я устал бояться. Мне 65 лет. И все время я жил в стране, где меня постоянно обирали, затыкали рот, обещали светлую жизнь, но кончилось все вообще военными действиями. Мы живем в состоянии войны, как бы она ни называлась. Сколько можно бояться? Посадят? Ну а что делать? Я всегда защищал интересы людей. Кто-то должен держать этот флаг. Игорь Батов, лидер движения «Свободный берег», в интервью изданию «Север Реалии». В Уфе назначено судебное заседание по административному делу Юрия Шевчука. Суд состоится 5 августа. Будут решать, дискредитирует ли российскую армию его высказывание на концерте. Родина, друзья, это не президента, которую надо все время мусолить, целовать. 15 суток за отождествление действий СССР и нацистской Германии дали советнику главы Красносельского района Москвы Кириллу Суворову. Он сделал пост в Фейсбуке с аббревиатурой КПСС. Ищут виновных за, цитирую, «гнусную провокацию, направленную прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ в Воронеже». Там в ночь на среду неизвестные нанесли красной краской из баллончика, символизирующей кровь, символы Z на десятки машин. Юлия Грановская, специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.